Казань по праву считают одним из самых студенческих городов. 13 марта в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся 8-й конгресс студентов Республики Татарстан. Этот конгресс можно назвать самым грандиозным и значимым событием студенчества за последние годы. И именно здесь, на конгрессе, был определен вектор развития студенчества. Мероприятие посетил президент Республики Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости, которые занимаются поддержкой студенческого движения. Мы считаем, что наша стратегия 2030, которая принята законом республики, она определила главные ценности, это человеческий капитал. Вот те знания, то образование, которое есть, то умение, те навыки, те лидерские качества, которые присутствуют у вас, они позволят и дальше быть Республики Татарстан лидером среди регионов Российской Федерации. В этом мы не сомневаемся. Хороший позитивный эффект развития нашей республики. Если есть у нас динамики, есть у нас изменения, в том числе это огромный вклад и наших университетов, нашего студенчества, наших ресурсных центров, мы и дальше будем опираться на человеческий капитал. В преддверии конгресса с 5 по 12 марта на различных площадках прошли дискуссионные встречи, на которых обсуждались актуальные темы студенческой жизни. А уже 13 марта была составлена резолюция, предложения которой были направлены правительству республики. Хотелось бы также напомнить, что в последний раз студенческий конгресс собирался в 2012 году. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.